ProDexpo 2021 на связи. Друзья, спасибо, что вы с нами. И у нас новый интересный спикер. Представьтесь, расскажите, какую компанию вы сегодня представляете. Меня зовут Алексей. Представляю компанию ProfitRate. Это поставщик оборудования технологического для пищевых производств. Мы работаем в этой сфере сравнительно недавно, но, так скажем, выходцы из этого рынка. Вот, компании нашей всего год. Мы поставляем оборудование технологическое для пищевых производств из разных стран Европы и готовы, собственно, оснастить и запустить пищевое производство с нуля, помочь клиенту с нелегкой темой готового питания, не кинуть его после монтажа оборудования, помочь с гарантийным, постгарантийным обслуживанием. Ну, вот. Пытливые наши слушатели поняли, что вашей компании год, а значит, ваше открытие вот ровно приходилось на пик там, начала пандемии. С чем связано? Вы поняли, что за этим будущее, что сейчас все начнут делать продукты, в которых будет популярна именно ваша компания? Или вот как-то что-то подсказало? Ну, подсказало то, что да, действительно, у нас компания открылась непосредственно в пандемию. Было непросто, все это шло онлайн, даже открытие юрлица шло онлайн. Очень интересно. Вот. Но с другой стороны, мы понимали то, что это в рынке будет наше направление. В общем-то, и опыт за плечами большой у специалистов нашей компании. Открывали производство там, от 100 квадратных метров и до 20 тысяч квадратных метров. Был такой опыт. Собственно, мы не боялись начать бизнес в непростое время, но понимали, что за этим есть будущее, ввиду того, что при закрытых, скажем, возможностях сходить в рестораны, люди, которые, допустим, не умеют, либо там, не хотят готовить самостоятельно, покупают готовую еду. Чтобы купить готовую еду, ее нужно где-то произвести. Соответственно, наши клиенты – это большие производства, которые эту еду готовят на больших производственных площадках. Собственно, куда мы готовы поставить оборудование для решения этих непростых задач? Ну, из всего вышесказанного видно, что у вас есть хватка, вы понимаете, когда нужно заходить, даже если сложно. И я желаю вам удачи и надеюсь, что следующий год еще больше раскроет потенциал вашей компании. Может быть, у вас уже есть какие-то планы на следующий год, уже вот выстроен какой-то вектор движения дальше? Безусловно, есть, потому что мы работаем в связке с консалтинговой компанией, которая занимается проектированием как раз пищевых производств. Мы выступаем в роли сначала компании, которая помогает составить спецификацию оборудования, подобрать его должным образом для выполнения тех задач, которые поставлены перед фабрикой. Соответственно, потом мы участвуем в тендере. Да, при успешном стечении обстоятельств мы, естественно, поставим оборудование, смонтируем, запустим и поможем проработать необходимые процессы. Вот, и, в общем, на данный момент несколько проектов ведем совместно с консалтинговой компанией Avo Food Consultants. Надеемся, что много у нас получится. Мы тоже на это надеемся. Спасибо большое, что к нам пришли.